Расширяя границы, Серпухов стал участником большой туристической выставки, которая состоялась в эти выходные в московском парке «Сокольники». Среди участников – представители десятков крупнейших городов страны – Рязани, Волгограда, Великого Новгорода. Члены серпуховской делегации подготовили не только красочную презентацию с рассказами, танцами, угощениями, но и совместно с музейно-выставочным центром организовали серию творческих мастер-классов. По словам наших представителей, участие в подобных мероприятиях сейчас очень важно для города. У нас очень много уникальных исторических достопримечательностей. Вообще Серпухов планирует войти в состав Золотого кольца России. И нам необходимо просто это делать, надо заявлять о себе на подобных выставках. Очень много людей заинтересовалось нашим городом. Многие были в Серпухове, но были давно. И мы, конечно, советовали им заглянуть в наш город вот сейчас, потому что сейчас произошли разительные изменения. Очень интересные постройки, скверы скоро откроются. Ну, конечно, это нужно увидеть своими глазами. Чтобы встретить гостей достойно, в Серпухове при поддержке правительства Московской области действительно активно развивается сфера благоустройства. Туристов ждут в новых скверах и парках, отреставрированных храмах и на больших творческих фестивалях. Чтобы внимание к городу росло, представители администрации муниципалитета планируют принимать участие в подобных выставках систематично.